Уважаемая туристическая группа из Москвы. Жена. Будулай. Будулай. Маленькая пони. Да, я. Профессор Хачикян и госпожа Хачикян. Вот это у нас памятник стулу. Красивый. Пройдемте дальше. Вот это вот похоронен российский автопром. Ну, видно, могилка провалилась. Проживела. Здесь у нас похоронен российский футбол. Кстати, красивый памятник в виде кальяна. Ну а вот свежая Роскосмос. Да вы что? А что? Это большая какая-то, по-моему, нет? А чтоб не промахнулись. Пройдемте дальше. Как смена? Да, интересно, мы день провели. Потрепала нас жизнь. Мадам, ну я вам не предлагаю. Да ладно, не надо. Я-то найду, что делать на рыбалке. А что-то мы без удочек, да, сейчас начнет клевать. Потом мне? Я глушить буду, если что. Не знаю, как тебе это объяснить, Рома, они в гардеробе театра. А, я буду на лопату рыбачить, я ж баба, я вообще не понимаю, как это происходит. Клюет! Клюет у меня? Клюет. Раз так одет, вынужден спросить, чем будем делать на рыбалке без удочек. Ну, пока мы на речке, я знаю, что делать. Такая мы странная компания. Ну, а когда у российского мужика это есть, нам пофиг где.